Здравствуйте, это программа «Ревизор». Я Борис Соболев. Смотрите прямо сейчас. Сколько стоит поступить в бесплатный вуз? Примерно простую социологию, так, 15 тысяч. 750 тысяч рублей – дневная выручка профессора. Наверное, в это трудно верить. Как студенты становятся взяткодателями? Сказали то, что без денег вы не сдадите. Досуг для несостоятельных господ. Свободная любовь в астраханской глубинке. Прям с ней я делаю все, что хочу. Сельский дом терпимости. Его обитатели и его клиенты. Сжечь их! Отдых у колхозников и спит не помеха. Советская власть послала их поднимать отсталый Таджикистан. Вербовали в Сибирь, а привезли сюда. Российская зовет обратно. Я, честно, уже прям мечтаю, когда я уеду. Станет ли для таджикских русских родина матерью или останется мачехой? Вольная борьба или невольная драка? Вражда в спорткомплексе «Дружба». Не славы ради, на кону полмиллиона долларов. Как делят олимпийское золото, когда до Олимпиады еще год? Юбилей может обернуться катастрофой. Две части города будут отрезаны друг от друга. Канал имени Москвы. Жизнь с подмоченной репутацией. Он может в том числе и лопнуть. Крупнейшая стройка ГУЛАГа. 70 лет со дня окончания, столько же без ремонта. Эту программу начнем с письма. Пишет вам абитуриентка из Ульяновска. Живу с мамой, она продавец на рынке и не может мне оплатить высшее образование. Пыталась поступить на бюджет, ну, видимо, бюджетное отделение, потребовали взятку. Всем, кто не заплатил, а это большая часть потока, за сочинение на вступительном поставили 2. В эти дни таких писем в нашу редакцию приходит особенно много. Так что же это происходит в вузовской системе? Мы попытались разобраться. Честный конкурс на основе ЕГЭ и анонимного тестирования. Пока это все лишь благие пожелания. Распродажа бюджетных мест в вузах – вот реальность. Я работаю здесь, в Центре дошкольного образования, уже 7 лет. То есть, если 25 тысяч, мне потом до 15 числа все остальное сумму. Это прекрасное место. Это, и да, я просто да, фанат, патриот, если можно так говорить, РГБУ. Крупнейший гуманитарный университет страны. Педагогам подготовительного отделения платят много. Но не вуз, родители. Тут главное вычислить, у кого из абитуриентов семья побогаче. Месяца за 3 до вступительных экзаменов оглашается цена вопроса. А в эти 20 тысяч евро что будет ходить? Это 100% гарантия экзамена? Да, он просто поступит и будет учиться. Самым престижным здесь считается факультет политического пиара. Объявленная взятка за поступление – 20 тысяч евро. Это у вас в РГГУ нормальная цена считается, да? Да. А меньше нет, но факультеты где-то поменьше. Ну, есть, ну, например, на простую социологию, то есть это 15 тысяч евро. 6 лет там же, но на платном отделении. Выйдет на треть дороже, убеждает преподавательница. Вообще, занятно поговорить о взятках с доцентом кафедры русской философии. Мы еще находимся в переходном периоде. Мы учимся, поэтому вполне допустимы многие ошибки. Ваш интерес какой здесь? 80%. Она говорит, что так работают все, что львиная доля уходит начальству. Объясняет, почему на одних факультетах с бесплатными местами густо, а на других пусто. Перекидываются места, то есть они берут там с филологии, например, сокращают им места и дают туда-туда. Да что заплатили туда? Человек не может жить без идеала. Сейчас есть идеал правового государства, например, к которому мы стремимся. Идеал в любом случае есть. Какие меры к преподавателю, увлеченному во взятке? Ну, вы знаете, у нас не увлеченных, поэтому какие меры там? Значит, бесспорно, так сказать, как правило, это всегда касается, так сказать, это же профнепригодность. Какие тут меры? То есть уволить? Конечно. Если бы вступительными поборами все и ограничивалось. Но ведь дальше больше. Это уже часть обихода. Курская сельхозакадемия. Зачет на кафедре государства и права. Вот, денежки в стол, пожалуйста, в следующий. Еще 500 рублей, хорошо. А вы что, нет денег, нет зачета? Ага, вернулся, принес за двоих, молодец. Так, с 80 человек, с целого потока, скромный преподаватель за день снимает 40 тысяч рублей. Он студентам вот, на, так сказать, за день за свое задержание преподавал уголовное право и сказал о том, что коррупция победит нельзя, не надо жить. А на следующий день попался на взятки? А на следующий день попался на взятки, да. Отдельная кучка студентов-первокурсников, великовозрастные, позволили втянуть не совсем хороших преподавателей, которые не могли даже понять, как это все быстро все произошло. А это уже Курский медуниверситет.
Здесь та же история, только тарифы в 5 раз больше. Все-таки один из старейших вузов страны. Сказали то, что без денег вы не сдадите. Надо обязательно дать взятку. Ну, вы же сами еще не зарабатываете ничего, я так понимаю. Нет, нет, не зарабатываю. То есть вы пошли к маме, к папе. Да. И что, мама с папой дали денег? Да. Дали? Да. Целый курс, 150 заявлений, 150 фактов дачи взятки. Занимается ваш зам. И вы ничего не знаете. Так бывает? Ну, наверное, в это трудно верится, да? Вот. Честно говоря, трудно. Вот вы уж, как говорится, вот не первый мне этот вопрос задаете. Вот. Ну, я могу честно сказать, что... В этом моя, наверное, и недоработка. Вот, что как-то вот не совсем хорошо я справлялся, видите. Вот. В Курской области, в СИЗО города Льгова, сейчас сидит молодой главврач одной из местных районных больничек. Он помогал уклоняться от армии, торговал больничными листами, пускал налево психотропные вещества. Когда следователь спросил, что ж ты делаешь, тот ответил: отбиваю деньги, потраченные на бесплатное образование. СПИД. Рекламным кампаниям, призывающим быть терпимыми к ВИЧ-инфицированным, нет числа. С ними уже даже конкурсы красоты проводят. Да, они такие же, как все. Да, на их месте может оказаться каждый. И все же, надо же как-то предохраняться. Из села, где кончается терпимость и начинается дом терпимости, Денис Арапов. Она не любит село, в котором живет. Здесь Алену никто не называет по имени. Я шлюха. В этой деревне продажная любовь похожа на страшный сон. Там больные люди живут. Нет. Спидом. Спидом больные. Да. Ходить налево здесь опасно для жизни. Тридцать лет назад эта деревня процветала и гремела на всю страну. Для караванинской газели характерно приседание с отбрасыванием ноги в сторону. Теперь в караванном выкидывают еще те коленца. Они ебать как кошки. Что они на лет? Лишь бы деньги попросил. Эти мама с дочкой люди не местные, бежали от темного прошлого в Уссурийске. Дочь Алена сначала сидела на игле, потом в тюрьме, где заразилась СПИДом, не помнит. Мне в тюрьме сказали. У меня 228-я статья из этики. Распространение. Часть третья. Фух, господи, не хочется разговаривать. Пути к сердцам приезжих женщин мужская половина караванного отыскала быстро. Те сами подсказали, что почем и как можно до них достучаться. В деревне их дом крайний, прямо за кладбищем. Обычно его обходят стороной те, кто знает, кто здесь живет. Но те, кто приходит в гости, иногда для того, чтобы попасть сюда, подают специальный сигнал. 3 длинных, 1 короткий, и у калитки стоит состоятельный клиент с 2-литровой бутылкой пива. Акцию будем? Давай выпьем, мам. Пиво будешь? Пиво, на что тебе? Сговорились быстро, детали процесса обсуждали уже по дороге в хату. Я ее люблю вообще, да. Вот с ней я делаю все, что хочу. Руслан не зря отдал бутылку пива. Услугами остался доволен, предохранялся. Да нет, конечно. Хулиганит, гоняет тут всех, не дает спокойно кушать. Чтобы лишний раз с козами не шалил, козла Яшку Вера Гуськова закрыла в загоне, а мужа под присмотром держит в доме личном, чтобы не бегал в публичный через улицу. Там, кто у нас из дома что-нибудь упрут и бегут туда, то ведро картошки им там отнесут, то и закрутку нибудь какую-нибудь, то еще что-нибудь. То есть за продукты, короче, да, натура оплаты. Денег нет. В караванном официально деньги получают только в больнице и Доме культуры. Не больше 2000 в месяц. С ноября месяца мы не получаем. Пошел. Четвертый месяц. Как мы не получаем доплату? Жить мы хочешь, я вам говорю, радости в жизни нет. Неофициально можно заработать на соляных озерах, если договориться с их арендаторами, чеченскими бизнесменами. Грузить соль вручную приходят даже женщины. Большинство мужчин реализуются в беспробудном пьянстве, посещении притона и обсуждении своих сексуальных подвигов. Что такое презервативы, местные герои-любовники и понятия не имеют.
Ну и как это было? Ну, хорошо. Приятно. Вот и жив-здоров. Мама с дочкой обсуждают, не пора ли пойти лечиться. У Алены сегодня простой, а вот маму, похоже, ждут клиенты. Что от нас надо-то? В поликлинике все стены посвящены таким, как Алена, что не плакат, наглядная агитация. В коридорах шепчутся врачи и пациенты, но она уже давно ни на что не обращает внимания. Начали меня тыкать на в этом караване, то, что я, да, ВИЧ. Она меня обрезывает стала. Не дай бог на нее кровь попадет. Так Алена жаловалась на сельского врача, с которым у нее конфликт. Девушку не раз пытались госпитализировать. Она отказывалась. Сейчас, наконец, согласилась пройти обследование и сдать кровь. Вот сюда не надо, вот в это место. А здесь смотрите сами. У 23-летней девушки нет живого места на вене. Помимо СПИДа выявили открытый туберкулез, воспаление яичников, сломанный нос и алкогольное опьянение. Давайте меня ложите быстрее, чем быстрее, тем лучше. Договорились на следующий день, и тут врачи допускают ошибку. Дают Алене 600 рублей на лекарства и машину съездить за вещами. Прежде чем лечь с ним в постель, лежит, говоришь об этом. Она действительно предупреждает клиентов, что больна, а значит, уголовная статья о намерении заражения к ней неприменима. И сутенера у нее нет, и работает на дому. Стало быть, организацию притона тоже не пришьешь. Что же касается проституции, то она у нас по закону ненаказуема, хотя и не разрешена. Кто-то чем-то должен зарабатывать. И проституция, она не только не сегодняшним днем появилась, когда следят врачи за этими работающими, то это более безопасно. Сельский глава за легализацию древнейшего промысла. В местной прокуратуре с ним не согласны. Говорят, что, во-первых, торговать телом грех, а во-вторых, никто не торгует. Я вам говорю, да, что они не занимаются проституцией. Факт заражения ВИЧ-инфекции не подтвердился. Возбуждение уголовного дела было отказано. Как проводилась прокурорская проверка, остается лишь догадываться, а тут ведь главная отчетность. Нет зараженных, нет проблемы. Между тем, по прикидкам медиков, в караванах проживает чуть ли не половина всех ВИЧ-инфицированных района. И зараза эта, судя по всему, расползается. Но это лишь по прикидкам. С караваном такие не обращались. Не приходят специально. Если придут, мы их проверим. Не спрашивай фамилии. В стране нет принудительной проверки на СПИД, а добровольно колхозные донжуаны к врачам не ходят. Их жены в ужасе. Еще немного, и в местном борделе запахнет жареным. Предупредить власть, что если вы не можете принять меры, сжечь их. В караваном такое уже было. Причем совсем недавно, в конце 90-х, в деревню приехала одна женщина, взбудоражившая мужскую половину села. Тогда все закончилось поножовщиной, убийством самой дамы, заключением виновных. А вот с незрачной землянкой на улице Дружбы местные жители поступили не совсем дружественно. Снесли ее от греха подальше. Вот эти развалины, это, пожалуй, единственное, что осталось от когда-то публичной избы. За прошлый год астраханский СПИД-центр освоил 30 миллионов рублей из федерального бюджета. Купили новейший мобильный пункт профилактики ВИЧ. Но до караванного эта красота все никак не доедет. Дорога туда плохая. Я расскажу всю правду. Мама Алены еле ворочает языком. Выговорить правду у нее так и не вышло. Хотя она и так очевидна. Медицинские 600 рублей на лекарства ушли на выпивку. Вместо необходимой госпитализации – ночная оргия. А 20-летняя дочь, выглядящая лет на 40, лежит в углу. Но ей уже все равно. Ален, что ты не уехал-то? Кто вон отсюда, а? Программа переселения соотечественников. Год назад как принята – полгода, как к нам должны уже ехать люди, Федеральная миграционная служба заявляла, что ожидает в этом году до 200 тысяч переселенцев. Пока приехали лишь несколько семей в Калининград. Где остальные? Сюжет Ильи Филиппова. Вот я ездила в Тамбовскую, там холоднее, по-моему, чем хотелось бы в Липецкую. Или, может, Воронежскую. Хочу уехать в Тульскую область к сыну. Каждый день в российское посольство в Душанбе по вопросам переселения приходит в среднем человек 30. Встают в очередь в этот маленький кабинет. Мы работали на постоянном месте жительства. Вместе получится на постоянном. Есть программа. Вы знаете, что программа есть, да?
По программе переселения соотечественников российские регионы приглашают в свой край работоспособных граждан. Но основная масса тех, кто приходит в посольство, люди пожилые или коренные жители Таджикистана, едва говорящие по-русски. Ну, приходится объяснять, что программа-то рассчитана, в принципе, на решение демографических проблем и решение каких-то социально-экономических проблем на территории России. Ну, приходится объяснять, если пожилые люди, сами понимаете, что здесь, как они воспринимают это все дело, ну, скажем, говорим, убеждаем как-то подождать, еще что-то. Строители с Душанбе не спеша возводят новый объект. Он не торопится, потому что сам объект находится в Душанбе. И тот, для кого этот рабочий старается, генеральный заказчик, никогда никуда не торопится. Это будет колокольня, 20 метров высота. Сюда приходят уже не десятки людей, говорящих по-русски. По церковным праздникам несколько сотен. У многих маршрут одинаковый. По будням в российское посольство узнать, как продвигаются дела с заявлением, в выходные сюда, к службе. Вы знаете, они в наше посольство до сих пор, многие из них, особенно люди пожилого возраста, ходят, как раньше входили в райкомы, парткомы, вот, горкомы и так далее. Знаете, с надеждой на то, что сейчас вот посол Российской Федерации встанет, скажет, и все проблемы будут решены. По сути, храм – это и есть основное и, пожалуй, единственное место встречи русской общины. Люди разных поколений. Кто здесь родился и вырос, кто приехал по комсомольской путевке поднимать республику, кого-то в детстве привезли в эвакуацию во время войны, а кого-то еще раньше. И наших сюда пригнали в 30-х годах. Сюда пригнали в 30-х годах? Вот. Нас взяли сюда. Вербовали в Сибирь, а привезли сюда. Вот. На 4 года. А если убежишь, так... Признаки цивилизации в Азии появились еще во времена царской России с расширением границ империи. Потом пришли большевики, боролись с басмачами, строили современные города в местах, где веками неизменно был феодальный уклад жизни. Строили дороги и мосты, проводили электричество, учили читать и писать. У солнечного Душанбе та же история. Его строила советская молодежь, советские инженеры, врачи, учителя. Сейчас никого в живых уже нет. Ровесников города единицы. Здесь о них никто не вспоминает. Старики хотят умереть в России. Там, где, как говорят по телевизору, не хватает людей. Потому что Россия пустая, а здесь вон негде селиться. Хоть старухами вот такими населить. Всех вагон в один. Чем вот так нас здесь казнят? Это что? Сохранили, ладно. Мы не собака, а мы люди. Те, кого схоронили, покоятся здесь, на огромном кладбище на окраине Душанбе. Вот конфессиональные острова, еврейские, армянские, но основная часть могил русская, а покой здесь весьма условный. Нормально так, пиво пить, громко говорить на кладбище, хорошо? Мы поминки сделали. Поминки кого? О, Петрова, вот там. Показывай, пожалуйста. Все нормально. Все нормально? Что хочешь? Мы сейчас уедем. Через 10 минут. Вы градус набираете, тут громко кричите. Это нехорошо, пожалуйста. Это нехорошо. Мы все поняли. Через 10 минут уедем. Базар закончим, брат. 10 лет назад такой молодежный отдых на могилах остановить бы не удалось. Схлопотал бы пулю или нож в спину. Сейчас ребята недовольны, но потасовки не случилось. Просто фраза на таджикском вслед. Мало мне в Москве не дают рот раскрыть, так и здесь разговаривать не дают. Брошенные вдогонку ключевые слова. То, что происходит с таджиками в России и здесь, в Таджикистане, имеет своеобразное отражение. В виде разбитых могил, памятников, в виде пасущегося скота на кладбище, надписей краской на плитах, деревенских заборов, скрученных из могильных оград. Ведь хозяев здесь давно нет. Я, честно, уже прям мечтаю, когда я уеду. Но очень жаль, конечно, что русские уезжают, потому что, ну, я сама не чистокровная таджичка, у меня бабушка украинка. Славянский университет, курс бухгалтерский учет, профессия востребована, но будущую карьеру связывают с родной республикой единицы. Не знаю, как насчет русских, которые здесь живут, а насчет таджиков, но они должны здесь жить и поднять свою страну. В Российско-таджикском университете это особенно заметно. Кому-то с трудом дается русский, кому-то никогда не говорит по-таджикски. Ну, я не знаю таджикского языка, несмотря на то, что я здесь родилась. Ну, во-первых, я старый. Мне 8 февраля исполнилось 71 год, наверное, для госслужбы уже... Тираж
Про Георгия Вадимовича говорят, он из бывших. Некогда зампред Совмина, позже советник премьера и президента республики. После развала Союза остался в Душанбе. Сейчас заведует кафедрой менеджмента. В шутку своей покойной супруге сказал, что, может, переедем в Москву. Естественно, я тогда без проблем мог. На другой день мы гуляли, там ходили на рынок. Пока туда пошли, человек 20 со мной поздоровалось назад. Еще столько же она сказала, что на Арбате с тобой тоже так будут здороваться. Мы с мужем решили, что пока мы сами можем себя обслуживать, мы, в общем, отсюда никуда не уедем. Я здесь родилась, здесь живу все свои годы. Правда, какое-то время в начале гражданской войны я переезжала вместе со своей мамой в Россию. Это не русская газета, это русскоязычная газета, общественно-политическая. Тираж по российским меркам смешной, и читатели продолжают уезжать из республики. Когда мы делали исследование, что у нас, в принципе, покупает газету один человек, читает ее пятеро. Население у нас достаточно бедные люди. И не каждый может себе позволить купить газету. Это надо повторить. Не каждый может купить газету, которая стоит 4 рубля. Чтобы себя прокормить, готовы работать даже старики. Ну куда там, если даже здоровые и молодые ездят в Москву зарабатывать. С работой очень тяжело. Нас почти не берут, потому что знания языка мы не получили. Сейчас в тех квартирах, в которых жили русские семьи, живут семьи коренного населения. Не пустовать же жилплощади. И теперь на один большой дом редко приходится 1-2 квартиры, где говорят по-русски. Вернулась мода на национальную одежду. Намаз дважды в день. Колым на свадьбу за невесту. Многоженство. Приходит то, от чего долго и упорно избавлялась в Азии советская власть. По-русски это называют средневековьем. Возвращается и сельский быт за водой к колонке или к ручью. Условия для жизни здесь плохие. Свет отключают, вода какая-то плохая, газ вообще никогда нет. Ну и в общем, это всем роде. И вообще тяжело просто здесь. Я, например, 2 недели уже не могу включить компьютер дома. Потому что напряжение света такое, что работаю по ночам. Перебой с электроснабжением и водоснабжением, конечно, не повод срочно паковать вещи. В конце концов, весь город так живет, а некоторые живут еще хуже. И вынуждены приспосабливаться. Правда, вот сейчас вода такая низкая, что даже эти приспособления не работают. Но в маленькой квартире, в панельном доме, эта бытовая неприятность, этот пустяк, зачастую переполняет чашу терпения. Огромный Владимир Ленин смотрит с холма на город Худжанд. Старое название – Ленинабад. Я так понимаю, что Ленинабад – это то место, которое самое дальнее, куда зашел Александр Македонский. Да. В мастерской показывают, каким будет зал Александра Македонского, выполненный в камне. Флорентийская мозаика. И Любовь Воропина – непревзойденный мастер в этом жанре. Заказов много – для частных домов, для оформления госзданий, для выставок. В Петербурге там очень много работ наших. И показываем именно красоты нашего края. Главное, говорит мастер, найти себя. Получаю удовольствие от работы, от общения. В общем-то, окружение тоже очень много значит. Может быть, кому-то не повезло. Не повезло многим. В советское время треть Душанбе населяли русские. Сейчас меньше 1%. И будущего здесь для многих из них нет. Заявок на переселение в российское посольство на сегодня подано 4500. В основном старики. Требованиям государственной программы они не соответствуют. Схожая ситуация по всему СНГ. Кто хотел жить и работать на родине, давно уехали. А кто мечтает на родине умереть, те, увы, под программу не подпадают. Ах, если бы Россия вспомнила о соотечественниках лет 15 назад, скольких бы нынешних проблем удалось избежать? На чемпионате России немного повздорили вольный борец Саджидов с вольным борцом Китоевым. После массовой драки у обоих золотые медали. Одна проблема. Сколько судью не бей, оборудование не ломай, а путевка на Пекинскую Олимпиаду все равно будет одна. В своем весе им нет равных в мире. Выходя на ковер, каждый точно знал, победитель поедет на чемпионат мира, а потом за олимпийским золотом в Пекин, и никто не хотел уступать. Простить судье такое решение было выше сил дагестанских болельщиков. Их кумир проиграл, а это значит... Взбунтовавшиеся зрители высыпали скопом на ковер, гоняли за арбитрами, а потом уселись все вместе смотреть повтор. Смотри, смотри сейчас. Здорово, вдоль будет идти, Саша, туда. А тот заступит. Смотри, он вдоль.
смотри, что творит, посмотри, о! Опа! Вот еще! А что, какие проблемы и так далее? Каленым железом моментально все эти моменты нужно выжигать. Президент Федерации вольной борьбы Мамиашвили не скрывает своих симпатий. Говорит, что заговор чует за версту. Есть персонали. Персонали, вот в частности. Люди в данной ситуации, которые все это спровоцировали. Магомед Гусейнов, Майербек Юсупов, опять же, мне больно говорить о этих людях. Майербек Юсупов, тренер дагестанского борца, оправдывается. Слишком много кричал, но болельщиков не провоцировал, а вот судьи необъективны и продажны. Им сейчас на кого-то надо свалить то, что случилось. Естественно, Мамиашвили ответственность на себя не возьмет. Я даже не сомневаюсь, что крайне будет меня делать. У главного судьи Владимира Григорьева за 15 лет такого судейства еще ни разу не было. Считает, бригада арбитров справилась. Неприятный осадок остался. Если человек, который отсудил такую сложнейшую встречу, поднимает руку победителю, стоя спиной к зрительскому залу, и со спины получает удар. После подлого пинка судейская коллегия думала целые сутки. И в итоге два первых места, два кубка и два счастливых профиля на фоне республиканских флагов. Тренер осетинского борца стоит на своем. Победил его питомец. Марик Тедеев во всем винит деньги. Ведь будущее олимпийское золото – это не только почет и уважение, но и полмиллиона долларов. Когда объявили об этих денежных вознаграждениях, я сразу и категорически был против этого. После схватки чемпионы отправились по домам. Их встречали как героев. Оба нас дали золотые медали. А почему, даже до сих пор не могу понять. Я выиграл его, уже объявили, что я еду на чемпионат мира. И все. Это будет какой-нибудь турнир ближайший, и мы будем там устраивать золотую путевку на чемпионат. Они так и не поняли, кто же лучший. Следующая их встреча через год на спартакиаде в Питере. Готовиться начали уже сейчас и борцы, и болельщики, и судьи. 70 лет как Москва, порт пяти морей. Пассажирам белых теплоходов и невдомек, что все эти годы с берегов канала имени Москвы на них глядят лица убиенных. Эти статуи делали скульпторы-заключенные с натурщиков-заключенных. Вот они, еще живые, на кадрах хроники. Крупнейшая стройка ГУЛАГа. Смогли ли потомки оценить ту страшную жертву? К юбилею канала репортаж Александра Карпова. 15 июля 1937 года флотилия волжских судов во главе с флагманом Иосиф Сталин открыла навигацию по каналу Москва-Волга с песнями, оркестрами и речами. Завтра юбилей, и тоже будут речи. Но не будет ни слова о том, что шлюзы и плотины в предаварийном состоянии, грозят катастрофой. Мост, он дышит, он движется. Разорвало поэтому. Посередине плотины треснуло. Да, это посередине плотины. Мы сейчас, ну, по сути, на пороховой бочке. Идея подвести Волгу к Москве даже сегодня кажется отчаянной. 128 километров канала – это 200 миллионов кубометров вырытого грунта. Хватит на 100 пирамид Хеопса. 5 октября 1932 года. В город Дмитров прибывает первый эшелон с заключенными. Они улыбаются кинооператору ОГПУ, еще не зная, что их ждет. Вы, граждане, сюда пришли как правонарушители. Но мы вас встречаем как людей, которые включаются в выполнение величайшего в мире задания правительства. 84-летняя Тамара Маркова всю жизнь прожила в поселке Темпы. Это один из бесчисленных лагпунктов гигантского Дмитлага. Она хорошо помнит, как все происходило. Тут людей как птиц было. То есть? Много очень. Копали вручную. Так. Умирали на ходу. Работа была неподсильная, харчи плохие. Это самый главный объект, принадлежавший начальнику Дмитлага ГУЛАГа НКВД Фирину, человеку, отличающемуся особой жестокостью по отношению к заключенным. Майор Фирин всего лишь обещал Сталину построить канал быстро и дешево. И построил на костях. Именно Фирин – автор людоедской доктрины перековки, сочетавший трескучую агитацию с пыткой голодом в случае, если зэк не выполнил дневную норму. И
если человеку давали рабочие 400-500 грамм, он не выполнял норму, она урезалась в половину. Они умирали от голода под марши лагерных оркестров. Похоронные команды забирали упавших, не проверяя, умер человек или еще жив. Возили на лошадях по целым тачкам. Не то, что один-два. Там гробы не делали, а прям сваливали в ямы. Каждый день? Конечно. Из приказа номер 359 по Дмитлагу. Захоронение трупов производится небрежно. Участки занимаются произвольно, без учета расположения водоисточников. Статистика НКВД. 23 тысячи умерших. У Солженицына и Шаламова другие цифры. Из миллиона каналармейцев более 100 тысяч легли здесь костьми. Безымянные могильники тянутся от Дубны до Москвы. Вот они, вот эти вот холмики. Вот захоронение было. Сейчас, конечно, они уже осели уже все. Вот видите, такие вот возвышенности. Вот. Много их здесь? Ну, так по всему лесу, как сказали, что там захоронение, мы не стали сюда ходить за грибами. Эти люди сделали невозможное. Десятки шлюзов, плотин, мостов, ГЭС. Волжской водой и электричеством запитали все. От ЗИЛа с серпом и молотом до теплоцентрали и городского водопровода. Именно благодаря каналармейцам Москва ныне в состоянии напоить и обогреть 15 миллионов жителей. Открывая воду в кране, вы пьете волжскую воду. В месяц мы приблизительно перекачиваем до 180 миллионов кубов. Но, к сожалению, электротехническое оборудование, оно уже дорабатывает третий срок. Нормативный срок эксплуатации 20-25 лет, а наша дорабатывает 7-10. Официальная оценка износа гидросооружений – 77%. Два года назад на Иваньковской ГЭС сгорели допотопные трансформаторы 36-го года выпуска. Новых не дали. Теперь пол Дубны запитана через пару оставшихся. Начальнику ГЭС снится один и тот же кошмар – авария на дубнинских реакторах. Одним из наших потребителей является Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. И, конечно, это... Опасно. То есть они в любой момент могут сгореть? В любой момент, да. Турбинный зал ГЭС впору объявлять филиалом политехнического музея. Даже не верится, что этот антиквариат до сих пор работает. Верхняя часть – это генератор, нижняя часть – турбина. Турбинный направляющий подшипник изготовлен из березы, из дерева. Таких сейчас нигде не производят и не используются. Головная плотина канала, та самая, с трещиной. Именно она держит напор Волги. Тоннель под шлюзом номер один уже лет 20 течет, как решето, угрожая рано или поздно затопить окрестности. Две части города будут отрезаны друг от друга, и движение по нему станет невозможным. Разрушается все-таки и крыша его, и поверхности. А это рушащиеся внутрь себя махины 10-го шлюза в Коломенском. Стены подперты сваями-времянками. Не сказать, чтобы никто не пытался исправить ситуацию. Увы, над руководством канала тяготеет злой рок. Едва заикнувшиеся о проблемах начальники лишаются своих мест. Если все-таки остановятся насосы, что повлечет за собой оголение водозаборов ТЭЦ... Он может в том числе и лопнуть. Будет, безусловно, ситуация катастрофическая. Можно реку Москву перейти вброд, так же, как и в центре города, и в районе Кремля. В последние годы канал финансировался на 10-15%, а с 2005-го на его ремонт и вовсе не отпускалось ни копейки. По новому закону столичные власти платить федеральному предприятию не могут, а федеральные министерства почему-то не хотят. Должно платить Федеральное агентство водных ресурсов. Обводнение функции в наши не входит. 5 постановлений правительства, десятки совещаний, сотни программ резолюций и ничего. Только после угрозы закрытия навигации в июне этого года каналу выделили мизерную сумму, которая позволит хотя бы на время отодвинуть техногенную катастрофу. Вопрос выделения денег на реконструкцию решен или не решен? Мне ваш вопрос, честно говоря, вот такой категоричный, как вы задаете, не то что непонятен. Я на него просто не хочу отвечать, чтобы вы знали. Потому что я не могу сейчас отвечать за государство.
Между рядовыми сотрудниками канала поползли возмутительные слухи, что их предприятие специально доводит до ручки, чтобы распродать по частям. Да еще и этот скандал с поселком Речник. Чем сильнее канал бедствовал, тем больше теремов вырастало в ведомственном оазисе. По сведениям Росприроднадзора, многие роскошные особняки в Речнике принадлежат бывшему руководству канала имени Москвы. Но доказать это документально пока не удается. Как говорят в Росприроднадзоре, некоторые дома вообще никак не оформлены. Пожалуй, единственное, что не требует ремонта из построенного заключенными, район бараков в Дмитрове. Он так до сих пор и называется – городок ГУЛАГ. Улица Комсомольская, Чекистская, Инженерная. В 30-х здесь жили вольнонаемные сотрудники Дмитлага. Вольнонаемный в любую минуту мог стать зэком? В любую минуту мог стать зэком. В школе у нас очень многие учились со мной ребята, у которых дети были уже, родители были расстреляны. Бараки теплые и удобные, но их скоро снесут. Слишком страшный символ. Вот окошко нашей квартиры, в которой мы жили. Напротив окна соседа Панкратьева, который написал донос на нашего отца и желание получить наши две комнаты. Отец был арестован и расстрелян. Он узнал о расстреле своего отца, бывшего гусара, героя Брусиловского прорыва, лишь спустя полвека. Могилы не существует. Чтобы поклониться памяти отца, Алексей Николаевич приходит на берег канала имени Москвы. К кресту, посвященному жертвам великой стройки страны Советов. Ирония истории. Глава той людоедской стройки Семен Пупко, партийный псевдоним Фирин, сразу после открытия канала отправился вслед за своими жертвами, а в 56-м году его посмертно реабилитировали. На днях еще один юбилей – 70 лет указу о начале большого террора. В преддверии этой страшной даты ФСБ России объявила об окончательном открытии всех расстрельных архивов. По-прежнему секретными остаются лишь дела агентов НКВД и палачей. Интересно в связи с этим, откроют ли дело Фирина как убиенного, или он останется секретен как убийца. Это была программа «Ревизор», последняя в этом телесезоне. Пишите нам и звоните, шлите жалобы и сообщения. Увидимся осенью на телеканале «Россия».